Стёп, а Полина знает, где ты работаешь? Шутишь? Конечно, знает. И что? Готова терпеть? Да куда она денется? Понимаешь, любовь такая штука. Герой, но... Поль. Я не хочу жить с человеком, с которым будешь чувствовать себя, как на пороховой бочке. Ты что говоришь? Меня унесла моя, моих надежд стоят и не дают отступить, и не хотят умирать. Так хочешь, не хочешь, Стёпа, но здесь все ясно. В составе бригады наемников, которые действуют в интересах корпорации, всегда уместно красивая женщина для разных задач. И даже если она не убивает сама, она всегда может поставить главу государства под снайпера. Крик перелетных птиц по нервам сотни спиц. Напомни, что я знал. Сколько было уже боли, сколько горько. Каждый день так странно. Изменишь и только. Сколько будет еще боли, сколько. Хорошо бы понять, куда золото из машины делось. Чего смотришь, ты же машину перегонял. Допустим, я. Ты на что намекаешь? На что намекать больше некому. Если такие слова нужно получить, да? Удостоверение на стол. Вы мне? Тебе! Олег Николаевна, перебор. Отстранен. Ты из-за этого гаденыша еще работы не лишился. Как же ты отвратительный классбан. Ты не верит. Стёп, и в торговом центре он горит. Мы не выберемся отсюда.